Любая погода сегодня в следующем составе. Тактических сюрпризов сегодня не предвидится. Традиционные 4-4-2. Тренер выбрал проверенную схему. Классика. Сегодня выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное – не терять концентрацию и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда… Дониел Малин. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. Любая погода сегодня в следующем составе. Тактических сюрпризов сегодня не предвидится. Традиционные 4-4-2. Тренер выбрал проверенную схему. Классика. Сегодня выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное – не терять концентрацию и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда… Дониел Малин. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. Любая погода сегодня в следующем составе. Тактических сюрпризов сегодня не предвидится. Традиционные 4-4-2. Тренер выбрал проверенную схему. Классика. Сегодня выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное – не терять концентрацию и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда… Дониел Малин. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. Любая погода сегодня в следующем составе. Тактических сюрпризов сегодня не предвидится. Традиционные 4-4-2. Тренер выбрал проверенную схему. Классика. Сегодня выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное – не терять концентрацию и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда… Дониел Малин. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. Любая погода сегодня в следующем составе. Тактических сюрпризов сегодня не предвидится. Традиционные 4-4-2. Тренер выбрал проверенную схему. Классика. Сегодня выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное – не терять концентрацию и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда… Дониел Малин. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось.
Любая погода сегодня в следующем.